А сейчас открываем Исход, глава 22, стих 16. Исход, глава 22, стих 16. Если человек обольстит девицу, кто не обольщен ее и переспит с ней, пусть даст ей вино и возьмет ее себе в жену. Еще раз. Если человек обольстит девицу, кто не обольщен ее и переспит с нею, пусть даст ей вино и возьмет ее себе в жену. Если человек соблазнит служанку, или как они писали здесь, девицу, которая не обольщена и лежат с ней, он непременно должен возьмить ее себе в жену. Вы должны возьмить ее в жену. Если вы будете лежать с женой, которая ни жена, ни с кем. Если вы лежать с женщиной или с девицей, которая не обращена, заниматься сексом, поцеловать ее, и она не твою жену, вы должны возьмите ее в жену, что он будет твоя жена. Это наш Бог закон. Вы не можете лежать с этой девушкой, а через 3 месяца сказать уже все. Я хочу другая девушка. Нет. С нашим Богом это нельзя. Еще раз. И если человек соблазнит служанку или девицу, которая не обращена и лежат с ней, он непременно должен возьмить ее себе в жену. Если мы все сделаем этот закон, если мы будем слушать наш Бог и делать, что Он здесь сказал, не будет дети без родителей. Женщина не будет бремени без мужа в ее жизни. Когда мы это не сделаем, у нас эти проблемы. Это наше Бог суждение для вас. Дальше. Мы сейчас открываем в апокрифе книга Сирак, глава 25, стих 1. Книга Сирак, глава 25, стих 1. В 3 вещах я был украшен и стал прекрасным, как перед Богом, так и людьми. Первый, единство братьев.
Второй – любовь к соседям. И третий, и очень главный – мужчина и жена. Еще раз – мужчина и жена, которые согласны друг с другом. Не сказал парень и девушка. Не сказал парень и девушка или парень с подругом. Нет. Мужчина и жена, которые согласны друг с другом. Согласны друг с другом. Как? В Библии. Как наш Бог заповедал. Или как Он разговаривал. И что Он сказал. И что Он писал. Или что Он сдал нас. Это жена или это муж и жена должны согласны друг с другом в Библии. Дальше. Час мы открываем. Первым в Коринфянам в Новом Завете. Первый Коринфянам, глава 7, стих 1. А сейчас, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Сказали, что Павел, апостол Павел, сказал, что здесь. О чем вы писали ко мне? Потому что Коринфянам, наши люди в Коринфянам, есть вопросы. И есть много проблем тогда. Много людей, как я могу объяснить, много человек, они лежат с девушкой без брак. Или есть одна пример здесь, когда сын лежал с его мамой. Его папа жена. Но это его папа жена, это не его мама. И он лежал с ней. А был тогда суждено для его, для этого, потому что это против нашей Бог закон. Еще раз. А сейчас, о чем вы писали ко мне, то хорошо человек не касаться женщины, но в избежание блюда. Но в избежание блюда. Каждый имеет свою жену. И каждая имеет своего мужа. Не сказал, апостол Павел сказал, каждый имеет или имеете свои подруги. Нет. Или подружки. Нет. Он сказал, что каждый имеет свою жену. И каждая имеет своего мужа. Не своего парня. Нет. Мужа. Мужа. Сейчас открываем в апокрифе Сирах 40, стих 23. Сирах 40, стих 23. Друг и компаньон никогда не встречаются с ошибками, но над ними жена с мужем. Жена с мужем. Бог не сказал подруга с парнем. Нет. Жена с мужем. Наш Бог есть уважение только для этого. Еще раз. Наш Бог есть уважение только для этого. Муж и жена в браке. Не парень и подруга.
a Jew with sound art. For years I've been walking around saying that I'm a blessing. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.